вот начало улицы Ярославской в Астрахани. Видимо, астраханцы решили увековечить ярославские дороги при мэре Владимире Волкове. И вот все это теперь в таком виде. Ну, хорошо, что они помнят, чтят и знают Ярославль. Вот пока главное впечатление от Астрахани, это вот такие вот неопрятные дома, разбитые дороги, какие-то кривые деревья, общая неухоженность, и среди этого вот какая-то новостройка эконом-класса. Потом опять идут кварталы вот таких вот домов, и опять среди них лепят вот такие вот новостройки. Это, конечно, не самый центр, но вот рядом с центром очень много таких кварталов. И вместе это создает какой-то совершенно убогий винегрет. Татищев, Суворов, обосранный птицами. Ермолов, тоже обосранный птицами. Третьяковский. Да, ну, эта аллея, в принципе, квинтэссенция Астрахани. Все могло быть неплохо, если бы ухаживали. Здравствуй, Волга. Эти неухоженные здания даже в центре. Колокольный звон очень часто слышен в Астрахани. Thank you.
Астрахани рыбачат все. Мужчина, женщина, в возрасте, неважно. Здесь можно подойти, скачать через QR-код любую книжку русской классики в основном и читать. Очень одобряю. Нет, ну местами Астрахань радует, конечно. Шикарное здание театра, оперы и балета. Ну вот, справедливости ради, к вечеру оттерли и Суворова, и Ермолова. Почти оттерли, чуть-чуть осталось. Так что беру свои слова назад. Все-таки ухаживают. Освещение астраханских улиц в ночное время. Вот так некоторые улицы освещаются.